В жилом комплексе «Пригород Лесное» продолжается строительство одной из самых крупных поликлиник Подмосковья. Она рассчитана на 1000 посещений в смену для 500 взрослых и 500 детей. Строительство поликлиники началось в мае 2023 года. На данный момент готовность объекта составляет 70%. В настоящее время выполняются внутренние отделочные работы. Продолжается работа по прокладке внутренних инженерных сетей. Завершены работы по монтажу лифтов. Завершены работы по устройству первого слоя кровли. Завершены работы по подключению наружной сети теплоснабжения, водопровод, канализация. Большая часть работ уже завершена. На данный момент производится обустройство кровли, внутренняя отделка помещений и облицовка здания. Полное завершение всех работ по строительству поликлиники и благоустройству прилегающей территории запланировано на конец 2024 года. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.